3 килограмма наркотиков на сумму более 11 миллионов рублей. Находку обнаружили правоохранители в ходе обысков и личных досмотров. Задержано трое ульяновцев. По уже отработанной схеме они сбывали синтетические наркотики. Злоумышленники получали оптовые поставки мефедрона, расфасовывали их на более мелкие объемы и делали тайники по городу и области. Таким образом, полицейским удалось предотвратить введение в незаконный оборот порядка 16 тысяч доз синтетических наркотических средств. По данным фактам, следственной частью Следственного управления МВД России по Ульяновской области возбуждены уголовные дела. Напомним, за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере предусмотрено максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Анна Тищенко, Улправда ТВ.